Бесплатно искать по всему миру и уничтожить всех причастных к крушению аэробуса А-321 приказал Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя совещание главы государства, на котором руководитель ФСБ Александр Бортников сообщил о теракте, который привел к авиакатастрофе. Песков отметил, что Россия все свои действия в плане борьбы с терроризмом осуществляет в строгом соответствии с нормами и принципами международного права. Бортников, в частности, заявил, что на борту самолета была взорвана бомба мощностью до килограммов в тротиловом эквиваленте. Путин отметил, что террористы будут найдены, мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем в любой точке планеты и покараем, сказал президент. ФСБ объявило вознаграждение в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить причастных к подрыву самолета. Между тем, МВД Египта опровергли сообщение ряда СМИ о том, что задержаны два сотрудника аэропорта Шарм-эль-Шейх, которых якобы подозревают в причастности к крушению А-321. Сегодня CNBC и ряд других СМИ заявили, что власти Египта задержали двух сотрудников воздушной гавани по подозрению в том, что они помогли заложить взрывное устройство на борту российского самолета А-321 авиакомпании «Кагалым-Авиа», которая выполняла рейс из египетского Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Напомню, потерпел катастрофу 31 октября. Погибли 224 человека.